Почему я не снимал вот в таком формате вот все это видео? Вот. Исследователь... На жаб погречать. Поведение нет. Жаб. Дорогие зрители, слышите этот шум? Это жабий бунт. Жабы решили, что они главные в этом мире, в этой экосфере. И наш специальный корреспондент Роман сейчас научит жаб жизни. Здорово, я сейчас. Давай, сука. Расскажи, да, да. Расскажи этим животным, как мне нужно камень, жить. Блядь. А камня нет? Не камень, блядь. А где камень? Какой нахуй камень? Здесь камень. Где, блядь? Нужен камень, блядь. Заглушение жабий бум. Сука, блядь, я... Им нужен жабий бум заглушить. Это очень сложная ситуация. У нашего специального корреспондента возникли... сложности, которые он успешно преодолел. Нормальный камень, блядь. Смотрим. Ложим камень на землю, смотрим. Зов. Ай, блядь. Не затыкается, ты понял, блядь. Ты понял, блядь. Им похуй, да? Это какие-то жабы, которые не подчиняются высшей юрисдикции. А, это неподчинимые жабы. Верно. Промазали. Стоямба. Молчат. Вот видите, только одна охуевшая. Левее немножко, блядь. Показывает свое я. Хотя, боится, блядь. Блядь. Пока все... Все. Это был Роман, укротитель жаб. В прямом эфире. Спасибо за просмотр. Счастья.